Рубиновый шарик осторожно скользит вдоль поверхности изделия, подчиняясь командам с пульта. Измерительная техника и инженеры-программисты словно присматриваются друг к другу. В цехе 55 представители дистрибьюторской компании ПЛМ «Урал» познакомили сотрудников управления технического контроля в СМПО с возможностями новой координатно-измерительной машины немецкой фирмы «Мора». Мы поставляем координатно-измерительное оборудование, в частности, стационарную машину компании «Мора». Это немецкий производитель. Мы являемся официальным дистрибьютором в России. В данном случае на вашем предприятии мы поставили машину «Primus L». Это повышенной точности машина. Повышенная точность достигается за счет использования гранита. На других машинах из него выполнена лишь рабочая плита, на которую устанавливается изделие и проходит процесс измерения. На новой КИМ гранитными являются и плита, и направляющие. Раз мы сейчас сделаем уже, скажем так, получасовую мехобработку дисков и катушек, то, следовательно, и машина должна иметь более высокие требования к ее погрешности. У данной машины она 2 микрона. Таких точных машин на СМПО нет. Она конструктивно отличается от стандартных машин портального типа тем, что имеет неподвижную левую часть опоры в качестве трех неподвижных гранитных опор, что уменьшает крутящий момент при перемещении портала по машине. За счет этого, естественно, машина становится точнее. Установка, появившаяся в 55-м, единственная в своем роде не только на ВСМПО, но и пока в России. Она станет пятой по счету стационарной координатно-измерительной машиной на нашем предприятии. Одна измеряет продукцию 35-го, три работают в цехе 54. Раньше вся продукция сложной конфигурации цеха номер 55 возилась в цех 54 и измерялась там. Но это, опять-таки, дополнительная трудоемкость привезти детали, вывести детали. Плюс там, разумеется, есть продукция 54-го цеха, возникал вопрос с очередностью. Стационарная немецкая «Мора» будет ориентирована на продукцию 55-го. С ее помощью можно измерять геометрические характеристики любого изделия. Но пока приоритет отдается сложноконтурным катушкам и дискам, которые невозможно измерить ручным способом или с помощью переносных координатно-измерительных машин. В числе первых с новой машиной познакомились 4 инженера-программиста цеха 7. Проходят обучение девушки, которые ранее работали на координатно-измерительных машинах 54-го цеха. У них опыт работы в данной сфере большой, для них только программа в новинку. Пройдя курс обучения под руководством представителей дистрибьюторской компании, специалисты в СМПО приступили к самостоятельному написанию программ и тестовым измерениям. Как только немецкая установка пройдет приемку, она сразу приступит к выполнению своих непосредственных обязанностей.